Друзья, всем здравствуйте! Привет! Я не знаю, когда выйдет ролик. 2021 год! Россия священная наша держава! Россия любимая наша страна! Все, ролик записали, все вокал! Гамула, Роморой, Саня Фифа, Симскан, Андрюха, Антон Чужой, все здесь. Мы подводим итоги года. Самыми главными забавами во всех челленджах всех футбольных блогеров было три главных забавы. Гимн России. Всегда били. Пенальти. Лонгшот. Лонгшоты. И выходы один на правильно. Один. На скорость каждый должен будет как можно быстрее забить пенальти, лонгшот и выход один на один. Неважно, в каком порядке вы это делаете. То есть взяли мяч, все, у вас таймер запустился. Взял мяч, хуяч. Всем привет, усаживайтесь поудобнее. Призы у нас такие: 5000 рублей, 10 тысяч рублей, 1000 рублей, большое шоколадное яйцо, огромный чупчупик. Ну и дайте сделаем шестую пустышку. Ну что ж было? Ну, ну это же клево. Давай мишуру туда положим. Мишура. Дорогие друзья, начинаю задавать планочку. A few moments later. Eighty thousand impressions later. Рекорд 5:21 41. Челленджи, блядь. 5:21 и Санек выходит на первое место. Начиная с лонгшотов, логично, то, что дальше, ну, в принципе, выход и пенка, ну, куда легче. Лонгшот надо постараться забить сразу. Ну, пиздец, ребята, все, до завтра здесь. Бля, пенку хотел забить, но луком. 2:31:39. Рома Рой. Я буду бороться за яйцо. Закинуть, давай, я давай, очень хочу кинуть сюрприз. Меньше минуты, что ли? 51 секунда. Есть, я боролся за яичко. А яичко. Яички. А, ля 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 ля. Сейчас веселый гамул у нас пьет. Есть. Ребята, если бы забил бы, ровно был бы быстрее, чем я. Ох! Ты посмотри, что он творит, блядь, а! Да просто черканул, облизал крестовин. 2:42, ребята. Кстати, еще один тренд 2019-го. Сибыч, который все время выигрывает деньги. Или вообще в челленджах. Сейчас мы узнаем. Я, честно говоря, хочу, чтобы так и закончилось. Сейчас мы узнаем. И Ромой, который всегда делит деньги. И чужой, который проигрывает все. Все, блин. Ничего не выигрывает. Все проебывает. Я думаю, что смотри, сейчас выйдет, он мишуру возьмет. Да, да. Еще есть тренд, что Сива чужой деньги, я всегда с ним в сговоре. И тоже, знаешь, такой, я всегда болею за Сива в любом хирургии. Достать вам надо двоим. Деньги пусть идут. Деньги пусть ловим на лету. Ой, красавица! Пришел, говорит, я буду мешать. Бля, споткнулся, бля, споткнулся. Всем не двигаться, это ограбление. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind 'cause your frame. Hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel it.
2:05, ребята, время Сипсканы. Вот этот Хукин заставил нас бегать, поэтому я готов делать тебе вызов. Я сам это говорил. Я сам буду все отбивать, и ты будешь бегать за мячом, ну, так все же, как мы все. Ты рискуешь своим призом? Так я рискую, ты больше 5 минут отвечаешь, блядь, держаться. Давай сюда.22. Чтобы вы понимали, а Фидос реально, если бы забивал первый выход, он бы выиграл. Надеюсь, я заберу большое яичко. Как говорил веселый Гамула, нужно от яичек, чтобы выиграть яичко вот так вот. Смотри, сейчас выйдет, он мишуру возьмет. Эй, год, блядь! Скоро все случится, будет за что ситься. Только тебя поможет, ничего не дадут. Ну ты дрочил, блядь. Я хотел надрочить яичко, блядь. Да ну, блядь, дрочь, кто дрочит яйца, блядь? Хуй дрочит, блядь. Я надеюсь, да, что в новом я году, прощаюсь, в 2020-м, да, ты начнешь выигрывать, наконец-то. Всем вам большое спасибо, что бегали, что старались, вы были супер, парни. Саня Фифа, Антоха Чужой, Андрюха Сипскана, Ромарой, Инстаграм Веселого Гамулы тоже есть в описании, канал всех этих парней. Обязательно там на наш канал подписывайтесь. С Новым годом, друзья, я вас очень люблю!